танцы, театральные постановки, рукоделие и другие интересные занятия. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха при поддержке администрации муниципалитета прошел конкурс «Бабушка и дедушка в деле». Старшее поколение представило свои любимые хобби. Как бы не цеплялась крепко, мы тебя осилим крепко. У нас итоговое мероприятие, и на площадку показать свою активность вышло несколько коллективов. Это коллектив, танцевальный коллектив от клуба «Активного долголетия» под руководством Колос Татьяны. Это клуб «Ветеран» сегодня нам представили свою новую, такую обновленную постановку «Репка». И очень, наверное, удивительно, когда люди в возрасте выходят на площадку в костюмах, ну, профессионально играют. Тамара Ивановна начинала свою деятельность в центре свершения. Она представила свои изделия, вязаные вещи. Еще мы здесь танцуем, поем, занимаемся спортом и творчеством, делится участница конкурса. Работают руки, голова думает. Вот. И это в коллективе. У нас очень хороший коллектив, у нас хорошие бабулечки, прямо замечательные мы все. И это очень нравится. Мы как-то все сплоченные. Итоги конкурса подведены. Новогодний огонек, бал и угощение. Молодые душой бабушки и дедушки готовы творить и в новом году. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».